Друзі, вітаємо вас в студії телеканалу Експорт та порталу Експорт Після такого невеличкого затища серед українських боксерських поєдинків, серед виступів наших спортсменів на міжнародній арені. От уже потроху ми підходимо до того, що знову ми будемо дивитись і вболівати за наших яскравих представників виду спорту. Цього зовсім скоро вже ось в суботу, в ніч суботи, на неділю Василь Ломаченко проведе свій черговий захист свого поясу. Перед ним В'ячеслав Шабранський буде боксувати. Далі там трохи Олександр Гвоздик та Сергій Дерев'янченко. Ми підведемо аналіз, можна сказати так, цим боям. Поговоримо про майбутні поєдинки, проаналізуємо ще певні моменти з відомим експертом світу боксу, шеф-редактором порталу Врінгяком Антоном Горюновим. Антон, добрий день. Дякую. Дякую вам, що знайшли час до нас завітати. Дякую. Ну що хотілось би я насправді хотів поговорити сам про деякі так моменти. От ми перед ефіром говорили про це там про Ломаченка, про гвоздика, про Дерев'янченка, Але нам люди поставили питання їх більше 15, Ми будемо зараз якось так варіювати, старатись. Почнемо з бою. Ломаченко-Маріага. От які взагалі були перші думки, коли стало відомо, що Маріага буде суперником Василя. Ну, как-то неожиданно так все произошло, потому что имя вообще не фигурировало как-то в СМИ и получилось, что это будет Мориаго. Сначала, конечно, небольшое расстройство было, потому что понятно, что хочется всегда чего-то лучше, но потом проанализировав ситуацию и приняв во внимание то, что изначально планировался бой с Солида, но договориться с ним опять не получилось и Арена была уже зарезервирована, то есть пришлось в таком цветноте искать нового соперника, а при учете, что все основные кандидаты были где-то уже заняты или что-то у кого-то планировалось на будущее, в этом плане кандидатура Муряги, в принципе, Доволі может, може, не не настолько настільки в мире бокса. Боксер такий крепкий, волівий, смілий, дуже добротний. В принципі, бой, я думаю, хороший должен получиться в плані зрелищности. Ось нам зараз вивели на екран якраз крайній бій Василя проти Джейсона Соси. Щось Василь з нього собі може взяти, чи це був завідомий такий слабкий суперник? І от зараз Маріяго вже нічого спільного не буде. В принципе, считаю, что взять можно, наверное, только из э, боя, когда соперник э, хорошего, если не выше тебя класса, то хорошего. Тут э, соперник явно уступал Василию, я думаю, это так. Не то чтобы победа, победа для галочки, но как-то как так близко к этому. Ну, я бы, наверное, отметил, что э, Мариага даже будет посильнее а Сосы, в этом плане можно сказать шаг вперед, но, конечно, не такой большой, как хотелось бы. Опять же. В болевальникам украинским можно очековать, что после Уолтерса, Сосы, Моряга так само не дойдет до конца дистанции в поединку против Василия? Василия Маломаченко можно ожидать всего, что угодно. В принципе, наблюдая вот за поединками Моряги против того же Уолтерса и Оскара Вальдеса, таких довольно серьезных ребят, ну, не сложилось впечатление, что он вообще может сдаться. Ну, дело в том, что Василий это немножко другая планета, если не галактика. Тут человек выходит в ринг, видит перед собой то, чего он никогда не видел, поэтому сложно сказать, что у него будет, в принципе, там, твориться у него в голове. Поэтому я бы не стал этого исключать. Вполне возможно, будет и стульчик Зараз ми також увімкнемо відео крайнього поєдинку Мар'яги проти Оскара Вальдеса, що ви вже сказали. Які е, от на чому акцентуватись Василю в підготовці до цього бою? Які сильні сторони у Комбіліці? Я от в отношении Мар'яги думаю, справедливо будет утверждать, що у нього то такої особой изюминки, какого-то но При этом он, учитывая, что колумбиец, колумбийцы обычно больше дрочины, чем боксеры, он для этого, для своей национальности довольно хорошо обучен. Как бы, он в ринге практически все умеет. То есть он не заваливается на соперника, не несется там сломя славя голову. Он боксирует, как бы придерживаясь такой в основном средней дистанции. У него хороший джеб, он не проваливается, как правило, так особо сильно. Ну, не без, не без грехов, конечно. Но, опять же, если бы против него сейчас был какой-то другой чемпион в этой категории, мы могли говорить о том, насколько велики шансы Реаги там, на победу. Учитывая, что против него, ну, него, будет Ломаченко, ну, я не знаю, тут вопрос только в том, что будет досрочка или поражение по очкам у него. Ну, при всем к нему уважении, разный совершенно уровень. Василь недавно сказал, что еще Рик пройдет, и он втратит цикавость до боя против Орландо Солидо. Як вы выражаете, это продолжение от просто мыльной оперы, этой и из боку Василя, и из боку Солида, чи вони ну, врешти про пробий? Знаете, у меня сложилось вообще в последнее время впечатление, что Солида откровенно не хочет этого поединка, потому что раньше я думал, что Загвоздка в финансовой стороне, он просил там денег больше, но когда его запросы удовлетворили, оказалось, что у него что-то там то ли травма какая-то, то он вес не успевает согнать. Ну, послушайте, если было известно, дата 5 августа, шли переговоры, и тут он когда заявляет, что он не успевает согнать вес. Ну, тем более, он на бои, возможно, был с летом, говорил еще в конце весны, когда ему там промежуточный бой предстоял. Поэтому я не знаю, чем он руководствуется. возможно Хочет войти в историю, как там, единственный победитель там, де, Юре, де Юре Ломаченко. Ну, пока вы вот складывается такое впечатление, что да, год, как бы он Василий ему отвел, но это так для проформы, так сказать. Знаючи характер Василя, він не буде зациклюватись на селі, так він намагатиметься добитись поєдинку, але якщо не вдасться, він піде переключитися на інших чемпіонів? Ну конечно, в принципі, я знаю, що Василь дійсно хоче цього бою, щоб понятно, чим він в принципі закінчиться, Но тим не мене, вот таку главу хотілося бы цього закрыть. Ну, я думаю, якщо. Если... Гора не хочет идти к Магомеду, то ну, и эту гору вообще, в принципе, пусть в сторонке себе не находятся. Мы пойдем другим билет. путем, конечно. Так, так. Люди у нас запытывают, как вы уважаете, чи правильно ВД топ-ранг Василия Ломаченко? <клес> Сложно говорить однозначно, потому что, с одной стороны, там 9 поединков, 2 покоренные весовые категории, да, в плане вот такого какого-то э, наследия, очень серьезно, но с другой стороны нам как болельщикам, наверное, хотелось бы больше видеть громких имен а, среди соперников Василия. С этим, к сожалению, пока не складывается, и тут в основном, наверное, вина все-таки Арума, потому что у него не складываются отношения с, с тем же Долохой, с Хейманом, вот уже два отрезанных таких ломтя больших с хорошим подбором боксеров, то есть а Ром сейчас перешел на телеканал SPN, опять же конфликт телеканалов HBO Showtime получается. То есть довольно ограниченный круг боксеров при всем желании Василия есть такие подводные камни, которые не позволяют вот ему рассчитывать на то, что он хочет. Возможно, есть вариант задуматься над зміною промоутера, Чи кто пранк, это Гигант и никто не задовольнить потреб. Я думаю, Василий задумывается об этом, просто не озвучивает. Потому что ну, видно, что Арум может на словах говорить одно, но есть и дело-дело, а пока по делам не очень складывается. Не знаю, какие у них там отношения именно контрактные, но я думаю, мысли такие должны быть, потому что и альтернатива, в принципе, есть. Василь Ломаченко проходив уже достатньо довгий свій тренувальний збір. Да напередодні бою проти Маріаги. Сьогодні вночі по Україні вийшло відео документальний фільм. Буде цикл документальних фільмів. Так про його збір. Ось зараз ми теж вимкнемо. Дуже цікаво те, як от ваша думка, хотілося б почути на те, як побудована робота на зборі Василя. Ось тут ми увімкнули відео з моменту, коли це вже після трьохгодинного тренування, і це вже йде відпочинок, як, як сказано, в відео, це відпочинок вже йде. Але насправді це дуже велике навантаження на мозок, відпочинок для м'язів, але навантаження на мозок. І от ну як вам взагалі такі підходи до тренувань? Ну, не, не тривіальний, звісно, підход. Я такого ніколи раніше не видел, І Теперь я не удивлюсь, если увижу, потому что Анатолия э, Николаевича Ломаченко как бы не то, что модно, но люди, тренеры уже задумываются о том, что начинают копировать в принципе его подходы. Мы видим, как эти подходы на Василия работают. В принципе, это как научное пособие для, для будущих боксеров. Это, я считаю, бесценно. Это психолог Андрей Колосов, в команде Василя Так, и тоже, видите, постоянно идет комплекс вправ физических, психологических. Витривалість. і от там Зараз Василь це все складе по кольорам, а потім в нього залишиться 4 е, ломтики, скажімо так, і він не, не буде розуміти, що робити далі, а Андрій колесо буде казати, ні, ні, давай, думай. А це вже пройшло там з половиною, напевно, вже години після тренування, вже вис... виснажений. Ну, да, от со может как -то -то, так, со сторони, може, как-то какая-то детська забава це працює, видно на Василі і работает очень, очень здорово. Ну, пусть. Перенімають, якщо Ну, Мені здається, не дарма Анатолій Ломаченко був визнаний кращим тренером світу боксу в минулому році. Ось ноу-хау. Да, так? да. Також у нас люди запитували, що ви думаєте про можливий бій Василя проти Майки Гарсії. Там щось почали вже говорити. І тренер Майки, він же його брат і сам, Майки, і Василь. Василь розкритикував бій Майки проти Бронера. Ну, можно сказать, что какая-то такая предварительная раскрутка началась, потому что и Гарсия говорила о уровне прошлых соперников Василия и о нынешнем. То есть, ну, мы сейчас можем вернуться опять к персоне Арума, который такой дедушка довольно злопамятный, а он именно, он из-за него в карьере Гарсии, в принципе, был вот этот двухлетний перерыв, когда у него с боксером возникли вот такие трения на, на, на контрактных основах. То есть... Я думаю, вот именно персона здесь будет основной. Если он какие-то свои личные такие потребности или чувства опустит, то бой можно будет, в принципе, организовать. Потому что, я думаю, Василий с радостью согласится, да и Гарсия тоже. Ну, опять же, Гарсия в одном из последних спичей сказал, что... Бой пройдет только на шоу хотя непонятно, почему он это сказал, учитывая, что он себя позиционирует как боксером свободным, как бы он может выступать где угодно. Тут мы опять упираемся в противостояние телеканалов и бла-бла-бла. Это все можно по кругу очень много пускать. Так. Тренер Макса Бурсака Сергей Орденко рассказал про то, как они ездили на бой против Хильберта Рамиреса и познакомились с Бобом Арумом. И той справил на них Як людина дуже приємне враження. Ну, можливо, це е, в таких в передматчевих заходах, да, там, в, в такому спілкуванні, що 86 років він веде всі прес-конференції, він спілкується абсолютно спокійно, ходить, з усіма посміхається. Він завжди позиціонувався як з Доном Кінга, як було так угу. Льот і Плам'я, не знаю, як Іні Янін. Я думаю, що якщо б рум був таким і внутрі, як він позиціонує себе на людях, то он бы не был столько лет во главе, как сказать, паровоза. Он, в принципе, принципиальный, жесткий довольно делец, который не будет никогда в ущерб себе действовать. Поэтому он такой, не, это не двуличие, это профессионализм. В принципе, мы видим, что Дон Кинг со своей жесткостью и как бы, любовью оставлять боксеров ни с чем уже давно отошел. Хотя, в принципе, здравствует, дай бог ему здоровья. А Арум, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает живчиком бегать по всем, по всем штатам. А кто конкуренты то пранк в штатах, кроме Оскара Далахоя? Ну, Эл Хейман, прежде всего, так. как бы он себя не позиционирует как промоутер, но у него есть как конгломерат там Луду, Том Браун, угу. Иван Мишель те же. То есть он как бы как кукловод делает. Деккер, как да, да, да. Они организовывают под своей Эгидой вечера. Ричард Шафер сейчас очень серьезно так вернулся угу. после того, как расстался он с Голден Боем. И он, по сути, вел все дела, Долохое больше светил лицом на людях. Ричард Шафер работал. Сейчас он вернулся в игру, свою организовал компанию Ring и очень, в принципе, мощно себя, хорошо очень себя чувствует и набирает, набирает обороты. Ну, в принципе, ну, можно вспомнить Долохое, но у него немножко такой упадок. Кроме Сауля Альвареса, так особо сейчас и некого выделить. Так есть группа чемпионов-середняков, ну, даже, может, на топ-уровне, но все равно таких больших звезд нету. А Том Лефлер? Ну, Том Лёфлер, он как бы не распаляется на такое большое количество боксеров. У него есть Головкин. Ну помимо головки, да, это безусловно большая такая величина. Есть Роман Гонсалес, но он на сопромушении с японцами находится. Mm -hmm. То есть есть несколько боксеров, но он как бы, я думаю, он сам не старается выходить на такую большую орбиту, Я думаю, устраивает то, что где он сейчас находится. Есть еще представник европейской промоутерской компании, так, Эдихирн. Да, И Кентани Джоша Это Такие молодые, перспективные, можно сказать, человек, как на вашу думку? Вообще вызывает только положительные эмоции. Красавец просто Эдихирн. Он... Ну вот вы просто спрашивали про американский рынок, я ну, поэтому его да. не упомянул. Но вот в его отношении ни разу ни одного плохого слова о нем не слышал от боксеров. Как бы он... На рынке, на британському рынке організовують потрясающие вечера, і по именам, і по розмаху, і постепенно, вот ми знаємо, що Джошуа может сейчас в Америці бой провести, постійно виходить ще на таку американську орбиту. Так, зробив взаємодію Джошуа вже зірку світового масштабу. Ну, приложив руку, так. Да. Так, не в останню чергу через нього. Наступна наша тема Сергій Деревянченко. Це ж буде бій 25 серпня проти представника Багамських островів uh -huh. Туреану Джонса. Ну, люди відкрили боксрек, глянули і думають, хто це? От, хто це? Uh, это в свое время был одним из uh, даже не потенциальных, а действительно соперников Головкина, как претендент по линии АБФ. Но он уже бой, когда в принципе был анонсирован, получил травму и как бы бой сорвался. В итоге Головкин боксировал с, с Уилли Монро. Ничем хорошим для последнего это не закончилось. И я думаю, ничем бы не закончилось для того же Туриана. Uh, ничего такого из себя в принципе он не представляет. Такой Броневичок, который все время идет вперед за блоком, упирается в соперника и вот как бы из-за блока старается как-то боковыми работать, ничего такого нет. Терпеливый, с ударом, но я думаю, что если Сергей Деревянченко хочет, не хочет останавливаться, так сказать, на достигнутом, он должен его проходить. Не скажу, что обязан, но должен. Ничего такого в Туриана нет. Ничего особливого? Ну, ничего, ни с технической точки зрения, ничего. Ну, стандартный, он как, он хоть и богамец, но работает такой стандартной мексикано-американской манере. Просто за блоком упирается соперника и из этого работает. Постоянно то есть, и, и мажет, и позволяет себя попадать. То есть, если Сергей будет в хорошей форме, то должен перебивать его как минимум. Зараз подивимось саме той момент, коли Сергей был в гарній форме, це крайний поединок, так? В принципе, достатньо впевнена була перемога, чи ви можете згадати, які ваші враження були? Ну, Тут надо отметить, что в принципе соперник был не, не топ, как мягко говоря, уровня. Ну, в принципе, да, победил без вопросов. Ну и смущает то, что Сергей довольно долго и давно боксирует редко и против соперников такой средней руки. Я бы не сказал, что Джонсон, он предстоящий соперник его выделяется чем-то таким особым. Но это шаг вперед в любом случае. И главное, чтобы Сергей не потерялся, как вот, к сожалению, потерялся немножко Евгений Хитров. Тоже был такой соперник, о котором никто не знал, в принципе. Ничего из себя особо, по большому счету, не представляющийся. Ну, не представляющий, но работая в такой же манере, как Джонсон, просто на ближней дистанции, он потряс и в итоге победил хитро. Поэтому, конечно, забрасывать шапками сейчас не нужно Джонсона. Можливо, у Хитрова з деревянченком є спільна проблема, так би мовити. Це лінія, по якій ведуть їх промоутери. От, про Жені вже багато разів от Він у нас в студії сидів, у нас була купа запитань, писали, що змінюй промоутера, зміни промоутера. І от так само і хитро постійно виходить на середніх суперників. Ну да, І я, наскільки знаю, Сергій не дуже доволен, як його ведуть. але, може, быть щось зміниться зменится сейчас, когда претендентом офіційним, посмотрим. Хоча там теж вже. Уже... Дальше що, чемпіонський бой, Геннадий Головкин. Ну, вот тут как раз люди и запитывают у нас, чи в змозі зараз Сергей Побитый-Головкина и Сауля Альвареса? Ну, Риторичный Ну, да. Мое мнение, нет, нет, не сможет. Но я думаю, сейчас мало ли, выйдет на Джонсона его там настолько в классной манере работы, что мы что-то... Сможем поменять свое мнение. На данный момент нет, я не вижу никак ни как Головкина Сергей сможет убедить. Не может повторить история Виктора Постола и Матиса? <звы> ну, сейчас я могу сказать, что бокс, здесь возможно, <звы> все. Да, мою травму, и так далее. Один удар может все решить. Так, так. Конечно, какие-то да, шансы так. всегда остаются, но если смотреть объективно, то эти, эти бои не в пользу Сергея. Олександр Гвоздик минулий свій бій провів проти ЮНЕСКІ Гонсалеса. Так, от до бою всі з такою предосторогою, да, можна сказати, так очікували, тому що ЮНЕСКІ Гонсалес не найслабший суперник був кар'єрі Олександра. Олександр вийшов і дуже швидко його нокаутував. Да. І от, зараз ми теж подивимося цей бій. Які спогади про цей бій, і от що можна сказати про Крейга Бейкера? Ну тогда, якщо... Если... Вы помните, вообще такой украинский вечер был в Америке. И этот бой вызывал больше всего опасений, зная, кто такой Гонсалес и какие у него были добудки до этого. Ну, конечно, Сашу очень удивил и удивил с хорошей точки зрения. И вот в этом плане Крейг Бейкер это... По большому счету, шаг назад, но учитывая, что Гвоздик последние три поединка провел против экс-претендентов на мировой титул, я считаю, что можно иногда и отдохнуть, не обязательно отдыхать где-то на курортах, можно отдохнуть и в бою. Ну, конечно, Бейкер, я его видел, в принципе, один только бой, которым котором проиграл досрочно в третьем раунде. Ну, по нему было видно, что боксер, в принципе, посредственный. С другой стороны, опять же, мы сейчас можем сказать, что у него есть удар. Это полутяжелый вес. И, конечно, расслабляться нельзя. Но понятно, что выигрывать он должен у него. Но Александру уже теж в пору выходит на бои за поясы? Как вы ну, учитывая, как он разобрался вот с этой прослойкой, которая отделяет э, категорию топ от всех остальных, конечно, он должен выходить. Я думаю, в этом плане сейчас вот... Э, Руководство WBC организовало, ну, наметило мини-турнир по определению претендента для Адониса Стивенсона. Mm -hmm. То есть помимо Гвоздика в нем будет еще Салливан Баррера и а, Браун, а, американец. Очень такие серьезные соперники. Вот Они как в принципе еще больше смогут проверить степень притязания Александра на такие высоты мировой. Пишут нам люди, что сейчас, в... читаю мову оригиналу, сейчас в полутяжелом весе очень большая конкуренция у Александра. Бивал, Бетербиев, Барера, да и Ковалева рано списываться счетов. Сможет ли Александр выдержать такую бешеную конкуренцию и завоевать чемпионские титулы? Сло... Обожаю слагательное наклонение. Ну, надо пробовать в любом случае. Я считаю, что он никому из перечисленных э, боксеров э, как минимум не уступает. Э, я бы, не знаю, может быть, даже не поставил против него, если он встречался бы с кем-то из них. И, э, только вот если был сейчас бой с Андре Уордом, да, я поставил бы на Уорда. Других можно и нужно побеждать. С талантом Александра, с его как бы стремлением э, работать и нарабатывать вот дальше, дальше, дальше весты на профессиональном ринге, Конечно, нужно. И вот это. Если в конце концов, зачем туда выступать, если не выходить на лучшее? И хорошо, что такая конкуренция. Я думаю, Василий Ломаченко тоже хотел бы такую конкуренцию сгоден. в своих весах. Так. Ну, главное, чтобы эти имена не оставались в стороне всегда от него. А он боксировал с бейкерами постоянно. А на Александра уже налаштовывается, как на, на Коутера? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. И его, в принципе, предыдущие поединки все основания дают для этого. Просто мне интересно, возможно, психологично давать на суперники, выходящие, знают, что в определенный момент может пропустить и все. Ну, это, в принципе, не только Александр. В любом случае, когда ты выходишь на, на каутера, ты прежде всего обращаешь внимание на то, что прилететь может в принципе в любой момент. Поэтому подспудно уже держит это в уме. Не знаю, насколько это сильно давит, но это накладывает отпечаток на стратегию и вот, манеру поведения в ринге. Також після Вас... перед Василем Ломаченко, перший бій, от ми якось так повз нього пройшли. Так, В'ячеслав Шабранський буде в ніч з п'ятниці на суботу боксувати. Uh -huh. Які, от на вашу думку, перспективи В'ячеслава? От загалом, ну можна сказати, про цей бій і от про наступні майбутнє? Ну, про бій бой сложно -то говорити, тому що я, чесно, не бачив його суперника в ділі. Я тільки знаю, що він без пораження підійшов к цього бою і. И... подошел он не в последнюю очередь потому, что его соперники оставляли желать лучшего. Но, с другой стороны, Эммануэль Алим, который победил Хитрова, тоже подходил к бою, не имея ничего примечательного в послужном списке. Поэтому такие боксеры, они всегда опасны, потому что не знаешь, чего от них ожидать. Это может оказаться как и э, мешок для битья, грубо говоря, так и талантливые боксеры, которые только начинают свой э, путь к вершинам профи-бокса. Сложно сказать, что это за соперник. Говоря о перспективах в общем, если Шабранский пройдет сейчас этот, этого оппонента, то на данный момент, честно говоря, в полутяжелом весе, ну, даже если вспомнить те имена, которые вы назвали, особых таких радужных перспектив я не вижу, потому как складывались его вот бои, в том числе и против Баррера, и чуть ранее с тем же Баррерой возникло ощущение, что немножко со сгонкой веса он перебарщивает все-таки, так. он высушен слишком, и как бы вот просто Баррера его на физике превозмог. Может быть, стоило бы попробовать бы в крузер эти себя, когда не, не, нужно будет вот истощаться с гонкой. Так, такая же проблема, в принципе, у Вани Редкача есть. Может быть. Ну, нужно искать, нужно пробовать. Я думаю, карьеру он в любом случае не собирается заканчивать. Будем посмотреть. Всі очікували наступний бій Олександра Усика в кінці серпня в Україні, так а потім от стало відомо, що проти Марко Хука він вийде в четвертьфіналі Super Series в Берліні. Так, от на арені, взагалі, от ваші враження про турнір цікаво почути, бо ми з часу, як уже стало все відомо, що не спілкувались, і от про поєдинок Усика проти Хука. Багато хто каже, що Хукату нам тут написали раніний звір, там написали, що він уже там ветерана. Яка ваша думка? Ну турнир вообще это, конечно, потрясающая штука, если все срастется, потому что вот мы помним последнее такое более-менее похожее предприятие суперсикс в суперсреднем весе так, было. было да, хороших боксеров набрали, но один за другим начали вылетать из-за травм, происходили замены, формат немножко скомкался. Если здесь обойдется без этого, то это, конечно, классная штука для всего бокса и если все сложится хорошо, то в других категориях организовать такое было бы тоже очень полезно, потому что обилие чемпионов, обилие проходных поединков уже немножко поднадоело. Хочется таких хороших мегафайтов, а тут что не бой, то услада для болельщика. А расскажите нашим глядачам, кто, возможно, не знает, чему сам в Крузервейте и в другие на пивлыхке Ну, насколько я понимаю со своей колокольни, тут нет такой, такой привязки именно вот к контрактам с телеканалами конфликта вот не будет возникать. И один из основных организаторов – это Кали Заурленд из германской промоторской компании. Поэтому, в принципе, для европейского рынка это очень такое хорошее, хорошее дело. Я думаю, вот на, с Эди Хиром, там, со всеми остальными, они смогут большие привлечь инвестиции и показать, в том числе, заокеанскому океанскому За кинаським організатором это тоже теж быть в інших категоріях, бути успішним, в тому числі плане. фінансовому плані. Ну, тобто їм треба провести перший цей турнір на високому рівні. Вже на майбутньому можливо буде і третя вагова категорія, так? Чи ну я думаю, да. Рас... так, на это должен бути обязательно. Там вже представляли пояс пояси, точніше до цієї суперсерії вкрашений там коштовностями. Так, це Олександр так. Русик мріяв про цей турнір. От, які, є, тут пишуть люди також нам, що він однозначний фаворит своєї вагової категорії. І запитують, хто крім нього ще, на вашу думку, фаворит? Ну, я думаю, можна любого з чемпіонів діюстуючих назвати. З виключенням, мабуть, Кубінса до Артікаса. Це і Гасів, і Бріедіс. Ну, от як би мені ця вот трійка видіться mm -hmm. фаворитами на даний момент. Хоча пара дійсно подобрана таким образом, що вистрілити може в принципе, кто угодно. Равномерно распределены силы, так? Ну да, да. Есть, нет такого, в принципе, поединка, в котором можно было сказать, что абсолютно у одного там стопроцентные шансы на победу. Да, может быть, там Гаси Володарчик немножко перекос в пользу российского боксера. Может быть, вот Бредис Перес. но ну, Перес бьющий был, по крайней мере, в супертяжелом весе, опять же. Может, Володарчик может на опыте сработать. То есть не все так однозначно. Полуфиналы вообще должны сказочные быть. Зараз ми поговоримо про Марко Хука. Увімкнемо його відео крайнього бою проти Маріса Брієдіса, коли він програв свій пояс. Mm -hmm. До того Марко Хук переміг Дмитра Кучера, нашого так, який сьогодні, наскільки мені відомо, спарингує з Олександром Мусиком конкретно. Ну, Я знаю, що він готується спарингу, да, готується вже відправлятися. От що можна сказати про Марко Хука? Чи чи досвід стане його перевагою, чи от проти Олександра вже шансів немає? Ну, тут, если возвращаться вот к вопросу о раненых зверях э, и мотивации Хука, ну, в принципе, что мешало ему сказать о нем то же самое перед боем э, с Майрисом Бредисом, что он раненый зверь, что он хочет возвращать титул. Но вот именно по, по, конкретно по этому бою, я думаю, в поединке с Усиком будет э, нечто похожее, но только более жесткое и разгромное для Хука. Конечно, всегда остается шанс, что он там супер мотивируется, как-то по-другому станет боксировать. Но ну, он же заявлял, что это он заявился в турнир, потому что Александр тут боксует. Знаете, Артур Абрахам уже года три или четыре заявляет, что он взялся. Сейчас он наконец-то мотивации там отбавляю, начал по-другому готовиться, но из боя в бой мы видим, что одно и то же, в принципе, он со блоком ходит с соперником, выхватывает навстречу. Хук, Нечто, нечто похожее, можно сказать, наверное, в том же ключе о а Марко Хуке. Хотя, с точки зрения интриги и зрелищности, наверное, хотелось бы, чтобы он, по крайней мере, лучше себя показал, чем с Марисом Бредисом. А с точки зору имен Александра Русик против Марко Хука для телерейтингов, для телеканалов? Ну, я думаю, не в последнюю очередь э, и Саша остановил выбор на Хуке, потому что все-таки там Перес или с Кудряшовым было бы, может быть, и забавно, но непонятно, там бы вопросы по-любому э, с организационного плана возникли, непонятно, где такое будет организовывать. Так что если кудряшова все карты в руки, пусть выходит в финал, и если он хочет боксировать с Усиком, боксирует. Может, у вас информация, чему в Берлине домовились плюс тебе, чему не в Украине был? Ну, потому что, я думаю, тут все, мы к финансам сейчас подойдем, потому что банально денег больше соберут. И Александр, можно еще раз европейский и световой публике так представить? Чи он уже не, не треба, Не, вообще? ну в наш век, когда в каждом маломальском забытом селе есть телевизор, в принципе, можно показать кого угодно и где угодно. Так что я думаю, не, просто я думаю, больше вот в плане интерес в плане финансовом. А в, у нас еще Саша побоксирует, я не сомневаюсь. И сберет полный стадион, мне кажется. Александр Красюк в комментариях какому-то посту сказал, что финал будет okay. <laughs> да. Правильно. Цікаве нас є запитання з прив'язкою до президента WBC Моріса Сулеймана, який виклав фото з братами кличко в соцмережі, і там же користувачі почали відразу говорити про те, що до чого він це зробив, і от запитую, чи, що щоб це може значити, чи можливо це розмова про те, що можливо буде бій Володимира з Дентейдом Вайлдером. Yeah, И может, сам это да. с именем Микола, пишет, хотя я сам в это не верю. Если фото с двумя братьями, то может там может о Виталии вообще речь идет? Выйдет про Да нет, ну фото... во-первых, Сулейман с Виталием точно всегда в хороших отношениях был. Я думаю, с Владимиром тоже, поэтому привязываться так, если так к фотографиям привязываться, там Головкин с Ковалевым фотографировался было дело. Но это ничего не значит, я думаю, дружеский такой жест, жест так? да. На данный момент бой вальдера с Владимиром вообще, вообще нереально. Никаким боком, потому что у Вайлдера есть обязательства перед претендентом, и у него более, более, так сказать, более реальных вариантов куда больше. Тут надо понимать, у Владимира есть Джошуа на данный момент на повестке дня, надо с ним разобраться. Да, да, нет, нет, а Уайлдер это какая-то такая перспектива далекая. И туманно. Абсолютно туманно, невидимая. На днях Ентоні Джошо виклав в соцмережі фотографію з тренування і написав, що «Big news coming soon». Потім Еді Хін зробив те ж саме, тільки вже ну, не зі свого тренування, просто написав. І мовчать. Пройшло два дні, і вони мовчать. Може бути бій реванш, чи не може бути, як вважаєте? Coming soon – це таке поняття розтяжиме. у кожного своє різне. Изначально я, вот когда была новость, что Том Лефлер э, говорил, что Владимир мыкается, не знает, как то он хочет реванш проводить, то не хочет. Я думал, что все-таки раз такое дело, то если он не уверен до конца, что он хочет этого боя, то, наверное, все-таки не будет. Но когда вот появилась информация о том, что Энди Хир сначала с Джошуа поехали в Лас-Вегас на переговоры с аренами потенциальными, которые готовы проводить поединок. Потом появилась дата 11 ноября, Тима Байл арена в Лас-Вегасе. То есть э, Хирн бы не делал этого, если бы не было каких-то у него договоренностей либо понимания того, что будет реванш, потому что у Джошуа на данный момент два варианта. И либо реванш с Владимиром, либо обязательно защита против Кубрата Пулева в пуле даром никому в Америке не нужен, поэтому все эти телодвижения явно направлены на то, что подсказывают на то, что вот все-таки реванш скорее всего состоится. А он требует Абсолютно, это его мироощущение, он, он должен, ну, не мне советовать, и я не знаю, как, что у него творится внутри, как и в голове, и с физической точки зрения, как он себя чувствует. Если он несмотря на заявление Лёфри, действительно считает, что чувствует, что он может, он хочет, он готов, то, наверное, все-таки скорее да, чем нет. Хотя я склоняюсь, что все-таки шансов немного в реванше. Гораздо меньше, чем в первом поединке. Поговорили мы уже про достаточно таких яскравых персонажей так, в нашем боксе. И вот у нас есть еще очень интересная тема, по которой у нас четыре вопроса от зрителей. Турбує ще ця цей вдалий виступ українських спортсменів, українських боксерів на домашньому чемпіонаті Європи? Так ми там завивали достатньо медалей і зайняли перше командне місце і кращий і наш боксер турніру. І команда наша краще От, Ви були на турнірі? Розкажіть, як от взагалі тут люди пишуть, яку оценку по п'ятибальній шкалі поставили б. Ну можна не по п'ятибальній, а просто от які як взагалі враження, як цей турнір пройшов. Ну, я, в принципе, впервые так был вот именно на турнире такого масштаба, чтобы с первого до последнего дня, э, просмотрев там какое-то невероятное количество поединков, я, я думал, что я в повторе потом еще пересмотрю финале, так до сих пор и не пересмотрел, потому что насытился это конкретно э, любительским, матерским боксом. Э, организация, в принципе, я думаю... Этот вопрос лучше задавать участникам, которые непосредственно вот сталкивались с какими-то там частностями. Мне как э, журналисту у меня как бы претензий никаких не было. И картинка, и все так и у, у, устраивало. Никаких таких негативных э, моментов не присутствовало. То есть у меня претензий нет. Насколько я знаю, что и у высших таких чинов европейского бокса тоже, вплоть до того, что они сказали, что это был особенный. по организации по всему лучший чемпионат Европы в истории. Ну, організатори нам розповідали, що спали по три години за добу напроти, да, проти. Да, так, да, да, є таке. Е, запитують люди, чи хто здивував з українських боксерів, і можливо, від когось ви очікували більшого. Ну, здивув Віктор Вихрест здивув. В принципі, не очіждав, що он в супертяжкому весе, а де довольна неплоха конкуренція, так зможе якісно заслуженно выиграть золото. В остальном, я не знаю, больше, наверное, не было такого. От Хижняка я, честно, ждал такого выступления, в принципе. Он нашел свою категорию, спустившись из 81 кг в 75. Он выглядел еще в прошлом году очень уверенно, победив в том числе на чемпионате Украины Дмитрия Митрофанова, В этом году он стал победителем чемпионата Европы до 22 лет. То есть он, было видно, что это он нашел себя, нашел свой вес и как бы Uh, в принципе, выступил ярко, но, я думаю, свою силу он еще будет прибавлять. Uh, кто разочаровал? <coughs> да никто, наверное. Микола Буценко мог претендовать на золото, или объективно это? Це... Объективно мог, конечно, учитывая, что, в принципе, бой был довольно равный. Но надо, если учесть, что бой проходил в Украине, а для любительского этого бокса очень большое значение имеет как мы знаем, то, конечно, мог, мог претендовать на золотую медаль. И должен был. На сожалению, не удалось. Юрий Шестак стал открытием, наверное, для такой широкой общественности. Что можно сказать про этого боксера, как его характеризовать? Ну, боксер э, очень волевой, э, который вот компенсирует, может быть, какие-то технические там, недостатки, именно вот желанием, стремлением. Ну, в то же время он выступал один из двух харьковчан, которые были в составе сборной, то есть родные стены, там понятно, желание было через край. Да, в какой-то мере можно назвать его одним из открытий чемпионата, потому что до этого турнира так мало кто о нем, я думаю, вообще слышал, но теперь, как бы, чемпион Европы. Александр Хижняк уже очень долго на слуху, так вот выиграет турниры, берет медали, не пора ему в профессионалы? Ну, да еще, еще рано. Все, конечно. Сейчас в августе будет чемпионат мира. Я думаю, по крайней мере до э, грядущей Олимпиады он должен оставаться в любителях. Потом уже можно будет э, говорить о чем-то более конкретном в плане профи. А тут он ну, далеко своего слова последнего не сказал. Чи было правильным решение судей в бою Юрия Шестака против россиянина? У нас есть еще такие запитания. Чи россиянина засудили? Мое мнение мое мнение, что россиянин, э, россиянин был лучше в этом поединке, что он выиграл этот бой. Но это мнение человека, который сидел в метрах 60 от ринга, напротив прямо угла. Я хотел пересмотреть бой, честно, вот пересмотрю обязательно. Но мое мнение, россиянин ну, больше заслуживал победить в этом поединке. Это все объективно, ну так на первый взгляд. место кто занимает место лидера рейтинга Pound for Pound, лучшего э, боксера после того, как Флойд Мейвезер пошел? Хотя он, не, начебто, не совсем то и пошел. Пошел. Pound for Pound такая субъективная штука, тут мнений может быть много, но на данный момент, я думаю, больше всего Underworld заслуживает этого места Потому что если бы мы говорили о том, что он конкретно боксер показывает в ринге, то я бы назвал Василия Ломаченко. Но критерии паун-фу-паунда pound pound включают не только качество бокса, но и пройденную оппозицию. Все-таки, пока Василию этого не хватает. Так что, наверное, все-таки Underworld, а в будущем, возможно, победитель будет головки на Льварес. Ми згадали про Флойда Мейвезера, так і от зараз починається. До 26 серпня вже всі знаходяться в очікуванні. вже руки тримтять, ноги тримтять. Зараз ми включимо фейс-офф з прес-конференції в Лос-Анджелесі між Флойдом Мейвезером та Конором Макгрегором. Там Це знамените відео. Це все показуха показуха. чи що це? Це да, шоу. Я просто не розумію людей, які говорять, от це ж цирк, зачем це встрається, це ж вредить боксу. Ну, Как шоу, а не как там какому-то большому спорту. В принципе, тут э, все понятно. Вот это нагнетание остановки что сейчас у, у этого Макгрегора там сумасшедший удар, он может mm -hmm. накуть. Если бы они дрались в домашних перчатках, я бы сказал, что да, может. Э, да, нет, это, конечно, показуха. В итоге к этому надо так и относиться, не париться, потому что ну, все хватаются за голову. Вот такое впечатление, что все заставляют выкладывать там свои 100 долларов и покупать трансляцию. Все равно все посмотрят этот бой в каких-то бесплатных вариантах и никто никому в карман не лезет. Пожалуйста, хотите – смотрите, хотите – не смотрите. Не понимаю вот, возмущения по этому поводу. То есть спорт начинается уже 26 серпня, безпосередньо. А поки что, это все… Э, це, да, це дай Бог, так. чтобы он, на и самом деле Вильбург? начался, да, потому что я не думаю, что это будет какое-то что-то договорное, но учитывая, кто есть Майвайзер и кто есть Макгрегор в боксе, там, по-моему, все настолько очевидно, что не дай бог, конечно, Майвайзер проиграет, для бокса это будет какое-то такое шоковое. Шок, да. да, ну, на мой взгляд, это что-то из области научной фантастики. Чи разделяете вы точку зору, что ММА не нас дож... нас догоняет бокс по популярности? не знаю, насколько оно догоняет, но ММА, в принципе, популярнее и популярнее становится. Я даже вот сужу по общению как бы, с своими друзьями, которые а, ММА даже никогда не интересовались. тут они задают какие-то вопросы, там, как, Спрашивают мнение, как там прошли какие-то бои, про МакГрегора спрашивают, один даже говорит, на кого ставить. То есть, в принципе, тенденция к росту популярности ММА наблюдается. Но я думаю, не за счет бокса, потому что люди, скорее такая тенденция, что люди, которые интересовались только боксом раньше, они начинают внимание обращать на ММА. Но вот таких перебежчиков, что от бокса к ММА нету. Вже на декількох сайтах я зустрічав цілі матеріали, там, що от бокс це вже застарілий вид спорту, от ММА — це вже більш сучасний, що бокс повільний, що в ММА все швидше відбувається. От така ваша точка зору. Взагалі їх не треба ну, поєднувати, можна так сказати. А зачем? Зачем цим займатися? Не розумію. Різні, по суті види спорту. Ніхто ж там не говорить, що біатлон надо і лижні гонки між собою рівня, що. пусть себе существует параллельно, никто же два всегда лучше, чем один. И я думаю, вот эти вот статьи сочинят прежде всего адепты ММА, которые хотят вот нагнетать это. Ну, ничего подобного, все, все у нас хорошо с боксом. Куда пропал Виктор Постел? Вам что-то известно о его возвращении? Возвращение было известно, но возвращение, к сожалению, эта информация уже не является актуальной. Я с ним общался какое-то время назад, и он говорил, что в его контракте с Бобом Марумом была опция, что если он не организовывает поединка в год, то соглашение теряет свою силу. То есть год уже, даже не год, а в апреле этот срок был. Mm. Соглашение, соответственно, утратило силу. Насколько я знаю, Постол должен был возвращаться в андеркарде турнира в Одессе, где он должен был боксировать в главном событии Усик. Как мы знаем, этого события не будет. И учитывая, что в Украине особо в ближайшее время ничего не намечается. Пока ничего не, не знаю, честно говоря, какие планы строятся, потому что пост э, остается под, э, у э, Степана Черновецкого. то есть, по сути, там промоторская компания до Юры существует, но с одним боксером сложно что-то своими силами организовать. Поэтому, честно говоря, пока в тени остается Виктор, к сожалению, большому. Еще одно запитание про андеркарт Александра Усика. Читаю, как написано. Ваш друг Тарас Шелестюк говорил, что может провести бой в андеркарте Усика. Насколько это реально? И, возможно, вы знаете немного больше о его следующем бое. Когда мы уже увидим Тараса в чемпионском поединке? Ну, честно говоря, не слышал, что Шелестюк собирался боксировать в андергарте у Усика. Я знаю, что Шелестюк собирался... В... Ну, были такие мысли, планы, что строить вечер бокса в Украине, чтобы он там боксировал в главном событии. Ну, это были так разговоры за чашечкой кофе, так сказать. В Андергарте Усика уже не будет, потому что это Германия в любом случае. А что касается, когда он побоксирует за титул чемпиона мира, я думаю, не скажет сейчас ни он, ни его промоутер. Этим я, соответственно, тоже, потому что как-то вот немножко застой такой образовался. И не туда, и не сюда. И он, с одной стороны, хочет, он и с Хорну предлагал боксировать звание претендента тогда еще, но Хорн, мы видим, куда ушел. А, то есть никаких, никакой определенности нет. И последний раз вот, я общался с Тарасом несколько дней назад, он говорит, что думали, бой будет в сентябре, потом вроде перенесли на октябрь. То есть опять конкретики никакой нету. А от бій пройде Усик-Хук, Хук, Усик в Берліні, так і Німеччина. Тобто організатори будуть в залежності від контракту, як домовляться, там українська К2 промоушен компанія Усика і промоутерська компанія Хука, чи тільки промоутерська компанія Хука? От як оце по деталям вам відомо? Можливо? А, ну, Хук, он відшот від Орліндафон він сам 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 по собі. О, наскільки я мені відомо, он в дуже техних контактах стоїть скала промоушенс, і я думаю, що це буде більше, навірно, українська контора органи... займатися організацією. Навіть більше не українська, а том, то скоріше міжнародна контора. так. Да, да, да. Тобто цілком можливо очікувати деяких українських боксерів в цьому вендрикарті Олександра Усика і Марко Хука, чи це там уже питання іншого плану якогось? Не знаю, вот как, как вот вы думаете, кого можно было там увидеть? Ну вот Тараса Шелестюка, Шельск, Если не, думать, не, 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 не будет боксировать в Европе. Нет, ну мнению. стандартный эндеркарт Александра Усекац, это Денис Беринчик, Макс Бурсак, Олег Малиновский. Чемпион Европы один, один был претендентом на на чемпионат света, ну и Денис Беринчик. Ну, насколько я знаю, Беринчик сейчас на отдыхе, не, не, не готовится ни к чему такому, время-то уже осталось немного. Там будет стандартная, я думаю, вечер бокса для Германии, когда жирное главное событие, а в андеркарде такое для любителей, там заполнить это время где-нибудь поеданием сосисок в, под, по трибунам помещений и ну, раз, распитием в, конечно, разумных пределах напитков местных. Компота. Да, знаменитого германского компота. Скорее всего, так думаю. Хотя, в принципе, если есть такая возможность, то нужно, потому что К2… Вот, Планов по організації в Україні ми бачимо, що в этом году особо нічого не було, і як я розумію, не А Боксери це є, боксери хочуть боксувати. Дякую вам, Антоне. Спасибо вам. Дякую вам, друзі, що слідкували за нашим ефіром. Ми з шеф редактором в Рінґі Ком Антоном Горіновим обговорили майбутні поєдинки наших боксерів 5-го. серпня Василий Ломаченко вийде на черговий свій захист. Пряма трансляція этого боя буде на порталі Export.ua. Слідкуйте за новинами боксу на нашому сайті. До нових встреч!